не рада, плюс там какой-нибудь симпатичный актер, там Колин Фаррелл или еще кто-нибудь, типа, это, наверное, и подкупает как-то. Но вот именно в плане содержания, что ли, ну, бессмысленные какие-то фильмцы выходят в плане ремейков. То есть обычно это какие-то просто тупоголовые экшены, в которые не вкладывается никакой смысл вообще, ни малейший. Даже, ну, не знаю, хорошо это или плохо. В любом случае, как мы видели в фильме «Идиократия», мы все равно все через 20.